И всем привет, ребята! Сегодня мы будем снимать новый ролик именно для вас в Майнкрафте с Мишей. Всем привет! И, ребят, опять для вас мы снимаем эти хорроры. Я ненавижу хорроры. Это я просто скин поменял. Чё? Фигел? Да не бери! Чё, фигел? Что, ударь меня? А чё у меня с жизнями? Вот здесь... А у меня тоже! Вот, смотри, как они тянутся. А вдруг они не будут, это... Они хилятся? Погоди, у нас не хоррор такого. Ладно, короче, погнали. О! Ой. Миша, зачем ты нажал? In the hospital. Ой-ой, не страшно. Это страшно, ребят. Deadly cause of world. Back on Red Hat. Не знаю, что это означает, ну ладно. Haunted hospital. Ребят, это, короче, хоррор-больница. Миша, спокой. А может, это не SCP, Миша? Взад посмотри. Туалет. Это туалет. Короче, чекай двери. Вот здесь открытые. Вот тут какая-то лестница. Флур один, этаж один. Максим, тут есть шкафчики, открывай их. Ой. Миша, ты что сделал? А чё такой быстрый? Нет. А чё он такой быстрый? Чё, я оторвался. Я тоже. А чё они такие быстрые? Да я сам в шоке. У меня мурашки по коже. Миша, ну зачем ты меня сюда привёл? Я думал, а ты шкафчики-то открываешь? Тут все проверил. Это значит, зомби сейчас... Зомби, тут зомби! Меня убили. Классно, я возродился опять тут. Бежим! Миша, помогай. Это что? Он исчез. Приходи быстрее в другую комнату, пока он не появился. Так, бежим! Когда двери все закрывай. Когда в комнату забежал какую-нибудь, закрывай двери за собой. Я закрываю. А что ты все тут открыл? Я вообще-то ничего не открывал даже. Аптечка! У меня ключ есть. У меня аптечка есть. У меня ключ. Это значит, сейчас он придет. Все, тихо. Спокойно. Нифига, он тут будет ходить. А, все, он сейчас. О, все. Так, бежим. Быстрее. Я сюда пойду. Ты что, нет? Понял тактику, что надо в комнатах тут лутаться, бегать, пока он там. Я успею в другую комнату. Коробки. Это что? Чё? Это не... Ой! Мне аж потемнело. У меня есть ключ от чего? Ты забыл закрыть! Всё, фух. Просто... У меня освещение кончило. Синий. О! Всё, фух. Так, что дальше? Это что? Это для нас? Миш, надо, короче, второй этаж чекать. Ты здесь был, походу. Второй этаж, Миша, быстрее, второй этаж. А как на него залезть? Быстрее. Погнали. Блин, я боюсь, что он сейчас перед нами появится. Тоже. Не открывается. Тихо, Миша. Он что, за мной бежит? Да, он за мной. Уф-ух. Я на крыше! У меня три аптечки. Пипец, у меня там ключ был на крыше.
На крышу пока что лучше тебе не выходить. Максим, правило для тебя. Не выходи на крышу. Сам поймешь, что там. О, еще одна птичка. Я пока что одни птички. Это что? Один. Парольный какой-то. Ой. Ой. У меня 4 аптечки. У меня их 5. Блин, куда мы идем? О, все. Так, тут еще. Ты здесь был, ё-моё. У меня уже 6 аптечек. Уже 7. Я сюда пойду. Бежим. Пять аптечек, ё-моё. А ты тут был? Ну, где двери все закрыты, кроме одной? Тогда да. А ты куда ушел? Я тебя... У меня тоже! Быстрее, Миша. Ой, все, еще. О, пипец, у меня мало хп. Просто пипец. Где? Я на самом верху. Не выходи. Ключ. Это мой ключ, если что, тихо. Я же говорила, не надо, лучше выходи. Не успеешь. Обманул. Быстрее. Нет. Да блин. А ключ от чего? Я сам не знаю. Фу, да, сиди. А, думаю, здесь лутаться можно. Я тоже. Если что, я тут закроюсь. А тут лутать? Сиди назад. А как ты тут? Я не знаю, просто в комнату какую-то захожу. Слышу, ты что-то там говоришь. Ой. Тихо. Запусти меня туда как-нибудь, я там буду лежать. Я тоже хочу туда. Стоп, а если вот так вот? Блин, нельзя. Блин, мне кажется, мы тут все уже облутали. Нет, это... А, ну да. Стоп, это что? А тут... Нашел комнату не облутанную. Что вообще надо для этого? А может надо победить главного босса на самом верху? Да, но только чем? Допустим, это так. Но чем тогда? Я зашел в какую-то комнату. Миша зашел в какую-то комнату, я не знаю, какую. Ну, Максим, блин! А, ты тут! Я хочу в окно посмотреть. Ребят, короче, сейчас мы посмотрим, тут что-нибудь есть. Мне нельзя делать. В этом мире недоступны достижения. Миш, нельзя. А, погнали. А, тут эти монстры. Миш, короче, сейчас побежим. Нас... Быстрее! На самый верхний этаж бежим. Кстати, а что это за лифт? Ой. У меня какой-то один вот тут вот высветился. Ключ стоит, где может этот ключ от туалета? Пошли. Быстрее! Пофиг, если тут зомби будет. Попробуй открывать. Нет. А лифт сработает? Быстрее! Да! А как тычка сработает?
Как тут? Тихо. Мус не видит, тихо. Тихо. Ой, пусти. Тихо. Фу, сейчас все. Вру карточку. Какую карточку? Тут только один написано, я уже сунул. Куда карточку тусовать? Как это вытащить? Похоже, уже никак. Ну ладно, пофиг, мы вставили. Забирай. Как? Жми. Не работает. Что за фигня? Нафига ты ключ профукал? Нет, пофиг, может быть, так и надо. Погнали. Чего это так тебе? Быстрее, зомби! Я бегу! Фу, ушел, все. Кстати, мы же на втором этаже ничего не облутали. Нет, мы облутали. А нет, не облутали. Пипец тут комнатки. Фига тут двери надо закрывать. У Таси пока что. Быстрее, тут тоже двери. Тут выход. У меня пароль 7 какой-то. 7? Да. Последний. Нет. Где моя? Я бегу. Тихо. О, фу. Я к себе бегу. Пошли еще вверх. Нет, зачем? Или ты тут пока облутай, а посмотрим, там это есть хотя бы чем-нибудь. Типа найди что-нибудь, тем, чем сражаться против этого монстра. Не, мы ничего не найдем тут. Где он? Вот тут код какой-то нужен. Покажи. Вот какой-то нит-кода. А-а-а! У нас есть 1-7, да? 7 это последнее, если что. Фух. 1-7. Еще ищем. Надо второй этаж облутать, Миш. А мы на каком находимся? На втором. Окей. Облутываем второй этаж. А вот это ты смотрел? Это как, типа... Сделать нит-код. Будзе-код. Короче, сейчас я забью. Ой-ой. Нет, но он у меня появляется. Ой-ё. Ой. Блин, там еще один. Обманка. Будзе-код. Фронт. А что значит нит коды? Видите код перед шкафчиком. Каким шкафчиком? Этим? А типа вот в чат? Ой, что-то мне. Да моем. Так перед шкафчиком сказали. Перед шкафом, то есть. Нет, шкафчиком. Что-то этим. Ну пипец, ты там, походу, сидишь спокойно себе, а я тут только один бегаю. Типа 1-7. Нет, 7 это последняя цифра. Да как? У меня 7 это последняя цифра. А. Смотри, у меня 7 это последняя цифра. Покажи. 7 это последняя цифра. А. У меня 1 это первая. 1,7 мы пока получили. Что, Максим, переведи, что такое нит-коды? Чё? Чё значит нит-коды? Ты двери за собой закрывай. А чё, переведи, что это такое? Так сейчас, я перевожу. А. Нужен код. Это как тогда? Короче, надо 4 цифры.
Я все запутался. Нет, мы находимся на первом этаже. Нет? Не знаю. Мы на третьем. На третьем? Угу. Почему? Ой, тут этот появился. Зомби! Куда ты его до меня натравил? Вот первый. Ты на каком? Короче, на второй иди. Так на втором там закрыто. Чё закрыто? Там нельзя войти, там закрыто. Нет, смотри, флур 2, это второй этаж. Ну так посмотри теперь туда. Чего? Вот это уже третий этаж. Стоп. Ладно. Ну, короче, тут надо будет... Да блин! Испугался. Зомби. Бежим, 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 бежим. Уфу. В какой-то комнате. Так, блин, я ничего тут не понимаю. Это какой-то код. У нас уже есть две цифры. 1 и 7. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё он такой быстрый? Не-не-не-не-не! А-а-а, зомби в палате! Чё он тут делает? Берите его! Он так ещё выскакивает, блин! Угу. Да блин. Предпоследняя цифра 3. Предпоследняя цифра 3? Да. Блин, еще одна цифра. Ты где нашел? Тут? Один, три. А давай просто всякие эти цифры будем вводить. Типа от 1 до 9. Просто ведем. Давай, где этот шкафчик? На втором этаже. Бежим. Просто от 1 до 9 будем ловить. Так. Это какой? Это первый? Да. Погнали. Так, а где? Вот тут. Да, вот тут. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходи, заходи. Я уже не успел. Пробуем. 1, 2, 3, 7. Максим! Давай тогда 1, 4, 3, 7. 1, 3, 3, 7. 1. Чё там? Отвозил 1, 1, 3, 7. 1, 1. 3, 7, 1, 4. Кто? 1, 4, чё? Что, погоди? 1, а 4. Ты палочку вот такую делал? Зачем? Типа вот такую. Зачем? Там будет команда, просто не существует. 1, 1. Стоп, 1, 5, 3, 7. 1, 5, 3, 7. Вго, 1, 6, 3, 7. Тут каким шкафчиком, блин, водить? Ну вот шкаф, шкафчик. Как там? А ты что делаешь? 1, чё? 1. А зачем я сделал команду? Так ты сам сказал. Так, я попробовал, не получилось так.
Ой. Что такое нитфуз? Я не знаю. Ты вообще где? Тут. Где ты такую нитфуз нашел? Первое, перед входом. Из лифта? Ты куда пошел? Ты вообще внизу. Чего не внизу? Смотри. Что внизу делают? Тебя убили. Блин, какой код? Вот это что ли? Где? Вот. Может, надо молиться перед шкафчиком? Чего? А почему вот эти-то не были? Так там ничего нет. Почему я уже аптечку нашел? А ты белое-то проверяешь? Что такое белое? А, ты... белое тоже? Да. Я не знал, что они открываются. Ой-ой. Блин, Миш, как это сделать? Стой, иди-ка сюда, иди-ка сюда. Поставь первую цифру. Куда? Под кликой, может, можно это вниз ставить. Миш. Ай, не бей. Ты меня чуть не убил. Да блин. Куда? Перед шкафчиком. Может, он уставил... Нет, шкафчиком, вот шкафчик. Может, надо молиться перед ним? Нет, вот шкафчик. Как же молиться, Миша? Вот свет включили. Короче, сейчас мы в творческом посмотрим, что там. А тут нельзя творчески сделать. А, блин. Ой, я застрял. О, фух. Все сделал. И что там? Сделал. Ну, сам посмотри, не делается. Так тебе-то я сделал. Так ты себе участника сделал. Чего нет? Так это я, типа. А, теперь у меня. О, у меня работает. Видишь, тут ничего нет. Чё тут? Вот. Чё вот? Ничего нету? Чё вот. За код здесь? Это просто бумага вообще-то. А это что тогда? Это и чё? Это тогда чё? Звезда Незера. Появится что? А, там мобы? А, нет, тут даже мобов. Стоп, ты мне говорил вот это, что можно сделать. Что можно сделать? Это что? Сетка какая-то. И где? Только так. Так ты что делаешь-то? Ладно. Ребят, на этом будем прощаться. Всем пока-пока.